Сегодня небольшое видео посвятим самым дорогим районам Стамбула, где дорого жить и туристу, и местному, и переехавшему. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Итак, первый район – это Сыр-Яр. Район Стамбула Сыр-Яр – один из самых малочисленных. Всего чуть больше 178 тысяч человек постоянно проживают в этой холмистой местности. Некогда населенный бедными рыбаками и их семьями, район превратился в один из самых пешемебельных и элитных, где проживают министры, политики и бизнесмены, иностранные послы и богатые иностранцы. Район является экологически чистым, застроенный дорогими виллами и домами с удобной инфраструктурой. Для проживания и туристического отдыха не самый удобный район, так как все жилье здесь очень дорогое, хотя и очень красивое. Район имеет длинную береговую линию вдоль Босфора и популярный черноморский пляж Килиос с северной стороны провинции. Пляжи в этом районе считаются самыми чистыми и благоустроенными. Здесь расположены густые леса и знаменитый дендрарий Ататюрка, где получаются потрясающие журнальные фото, особенно осенью. А также именно здесь находится знаменитая крепость Румели-Хисар, строительство которой и заложило основу Стамбула. Здесь расположены также Эрмитажи, музей археологических реликвий Садберг-Хныр, музей современного искусства Эльгиз, музей винтажных автомобилей Урал-Атаман Классик Кар Мюзиум, музей изобразительных искусств Сакыпы Сабанджи. Район Бейоглу. Этот район является центром туристического Стамбула, куда приезжают гости со всего земного шара. Именно здесь расположена улица Истикляль с множеством бутиков, модных ресторанов, уютных кафешек, сувенирных магазинов, магазинов всемирно известных турецких сладостей и курсирующим ретро-трамвайчиком, а также площадь Таксим с новой мечетью Таксим, музей современного искусства, храм Святого Антония, Галатская башня, крупнейшая в Турции еврейская синагога Неве Шалом и институт Гёте, парк Миниатюрк, музей Пера и музей невинности. Архитектура района выполнена в стиле модерн и эклектики, так что любителям поглазеть будет на что. Одним из знаменитых сооружений района Бейоглу считается отель Пера Палас, в котором периодически останавливались культовые личности, как Кемаль Ататюрк, Сара Бернар, Мата Хари и Грета Гарбо. Известно, что знаменитый автор детективной прозы Агата Кристи писала здесь свой роман «Убийство в Восточном экспрессе». Ее номер и по сей день охраняют как музейную ценность. Район очень шумный, многолюдный и для проживания откровенно дорогой. Подойдет туристам, которые готовы шиковать. Ну там действительно в кафешечках. Там все дорого. Вот за продуктами пошел — дорого. Магазинов, супермаркетов нет нормальных, только маленькие вечерки. Да, да. Да, если мы там донер покупали, в два раза дороже, чем здесь, в обычном районе. Мы тогда еще не знали, что это такой вот крутой район такси. Угу. И почему там была самая дешевая квартира на Airbnb, тоже непонятно, в самом сердце такси, за углом на Истикляле. Ну, если можно жилье найти и недорогое, но жить все равно будет очень дорого. Да. А так, если вам нужна квартирка в османском стиле, пишите, мы вам дадим координаты. Район Бешикташ. Бешикташ – это историческая часть города с множеством парковых территорий местных дворцов, множеством известных мечетей, куда люди специально приезжают сделать фото для своих соцсетей, выстраиваясь в громаднейшие очереди. Именно здесь расположено множество достопримечательностей – дворец Долмабахче и набережная перед мечетью Артакёй, стадион Водафон-Арена, парк и дворец Илдыз, бывшая резиденция султана, морской музей, мавзолей и памятник знаменитому пирату, а позже уже адмиралу османского флота Барбаросса Хайреддину Паше. А между Черган-Палас и дворцом Илдыз раскинулся красивый сад, в котором до сих пор растут экзотические растения. Здесь можно остановиться на небольшой пикник. А еще Бешикташ является одним из главных узлов водного сообщения. От местных причалов отправляется большая часть паромов на азиатскую сторону и к Принцевым островам. Согласно легенде, именно капитан Барбаросса установил в этой части города первые 5 камней, чтобы швартовать свои корабли. Так и началась история портового района Бешикташ.
Бешикташ является престижным районом, который густо заселен населением среднего класса. Здесь строится дорогостоящий квартал Этилер с элитными отелями и домами. Район шумный и многолюдный, с большим количеством достопримечательностей и удобным транспортным сообщением и дорогим жильем. Подойдет он для обеспеченных туристов и иностранцев. Район Шишли – дорогой и престижный район Стамбула, где покупка недвижимости по карману далеко не каждому. В этом районе, в квартале Нишанташи и его главной улице Абди и Пикчи, сосредоточены премиум-бренды Шанель, Прада, Диор, Барбери, Сальваторе Феррагамо и много других дорогих магазинов. По улицам нередко гуляют актеры, музыканты, известные спортсмены, политики и другие знаменитости. В районе множество фишемебельных отелей и VIP-ресторанов, а также здесь расположен небоскреб Истанбул Сапфир, один из самых высоких зданий в Турции, со смотровой площадки которого открывается захватывающий вид на весь город. Еще одна знаменитость района – это торговый центр Джавахир, который немалого размера с самыми распространенными европейскими и турецкими брендами. Кстати, про шоппинг в нем вот здесь вот можешь посмотреть. Квартиру в этом районе снимать довольно-таки дорого. Очень дорого. Очень дорого. Так, районы азиатской части. Район Аташихир. Этот район считается элитным для проживания и застраивается элитной недвижимостью, которую покупают обеспеченные местные и иностранцы с целью инвестиций. Аренда здесь высокая. Район застраивается высотками, торговыми и бизнес-центрами. Транспортное сообщение здесь развито слабо, так как местное правительство считает, что люди, покупающие дорогую недвижимость, имеют свои автомобили, и поэтому большее внимание уделяют развитию парковочных мест. От центра Стамбула район расположен далеко. Район подходит для проживания обеспеченных граждан. Ну вот и все районы, которые мы смогли найти, отличающиеся откровенно дорогим образом жизни и дорогой недвижимостью. Подписывайся на канал, ставь лайки, если было интересно, пиши свои комментарии. Если есть вопросы, также их пиши в комментариях, мы на них ответим. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.